Здравия желаю. Итак, представляем вашему вниманию, то есть система, значит, наполовину сделана, 50% готова. Представляем вашему вниманию схему, как экономить 50% электричества. Вот она. Система экономии 50% электричества, значит. Как я сделал, можно по-другому делать, как угодно. Ну вот эти вот данные, вольты, ваты, это может быть любые, все равно экономия 50% при такой схеме. Значит, мотор запитывается от счетчика, здесь вот вал крутит генератор на 230 вольт переменного тока. Далее выход у нас 250 вольт, чтобы выход 505 и тут, но чтобы его снизить, цепляем нагрузку 5 лампочек по 500 ватт, и будет то 250-245. Дальше идет, значит, выход с генератора так сюда на лампочки, и тот же провод, вот это один и тот же провод, два провода. Из этого же провода выходит фаза. Вернее, тут не совсем верно. Вот так. Это ноль. Ну, ноль или минус в постоянном токе, как хотите. Я ноль считаю в постоянном и в переменном ноль. Никаких минусов нет. То есть это ноль. Ноль. Вот он выходит напрямую, минус или ноль, неважно. А фаза, или плюс называйте это, тоже без разницы, выходит на реле. Реле настроено на 0,5 секунды, на полсекунды, короче. Заходит сюда. Вот. И включается, через полсекунды включается, ток идет сюда, сюда должно идти больше, чем входное, иначе экономии не получится. Сюда идет 250 или 245 ватт, ну 240 может быть, ну не менее, хотя бы на 10 вольт разница. В этот момент происходит выравнивание, счетчик останавливается. Так. И дальше пошло. И так беспрерывно. Беспрерывно крутится. Вот по моей схеме тут получается 725 должно уйти. 225 и 200 и 500. 725. А уйдет по счетчику, я проверял, 360 ватт. То есть 50% экономия. Можете в другом варианте там. Допустим, здесь киловатт, здесь полкиловатта. Это не важно. Важно, что мотор должен быть с высокими оборотами, быстроходный. Генератор тоже быстроходный. Иначе эффекта не получится. Вот. И напряжение. Здесь вы можете вешать нагрузку и смотреть, при какой нагрузке напряжение достигнет 240-250. Если у вас, допустим, нагрузка будет большая, то напряжение упадет, допустим, на 230. Тогда экономии не будет. То есть эта схема готова к употреблению в любом народном хозяйстве. Вот. Промежуточная схема. Но я, значит, для того, чтобы экономить 100%, мне еще необходимо, значит, как я и говорил, буду заказывать кое-какие запчасти, суперконденсаторы. Как показали испытания, их не хватило. Надо еще хотя бы штук 10. То есть буду заказывать все-таки. Хотя еще пока придет заказ, будем экспериментировать, возможно, как-то удастся обойти. Сегодня проверял с этими
с кондерами, надо кондеров побольше. Немножко даже повышается, не 50, а 60-70% заходит экономия. Но у меня нет, тоже буду искать кондеры. Можно было. Суперконденсаторы, они, как говорится, низкое напряжение у них, 2,7. Для того, чтобы. Они, конечно, бы подошли сюда для 100% экономии. Но их надо тогда, допустим, на 250 вольт. Сейчас скажу. 250 вольт, чтобы выходило. Разделить на 2,7. 92 штуки. Штука стоит $3, помножим на 3. То есть на $300 и плюс панели, чтобы, как говорится, не сгорели они при зарядке. Конечно, 2,7 на каждую панель одевать, баллотировочную доску. Это еще где-то 150 долларов. Плюс 150. 450, где-то 427, $450. Плюс пересылка, в общем. Да плюс там то все, 5-10. Полтысячи надо. $1000, чтобы закончить систему. Но это на такую, на мощную. А маломощную я, возможно, уже. Ну это пока нет у меня такого. Маломощную я закажу. 10 штук я закажу, это 90 где-то долларов. И плюс. Нет, это даже не 90, 10 штук, сейчас скажу. Так это будет. Сейчас скажу. 10 штук. Это будет. Неправильно я посчитал. Где-то вот так надо считать. Неправильно. Сейчас посчитаю. $30. 10 штук. То есть еще 10 штук. Плюс 30. Плюс 30. То есть $30 и плюс панели. $50 это я найду. Чтобы маломощную запустить. А чтобы большемощную. Надо, значит, 3, еще 150, 3 помножить на 50, $150, 150, и плюс доски, ну 250 где-то вообще. Чтобы запустить на 100% экономии, надо $250. Вот будем копить, сейчас пока нет, сейчас может закажу пока, закажу это на 100. 10 штук еще, $30 и плюс там панели. На $50 закажу пока. На скребу $50. И сделаю маломощную, как макет. А потом, если кто-то хочет мощную, пусть помогает. Ну ладно, об этом еще рано. Вот сейчас об этом еще рано говорить. Вот этой системе 50% экономии я ее проверил. Где-то даже ролик есть. То есть это работает, можете применять. Кому надо ее собрать, можете писать мне. За запчасти соберу вам. Пока такую, а потом и эту. Все на этом.